И с нами Баира Кованова. Она выиграла женский суперфинал чемпионата России. Баира, мы поздравляем вас. Пожалуйста, расскажите, как все происходило, как вообще прошел для вас турнир? Спасибо. Турнир прошел хорошо. Конечно, я довольна. Да, получилось даже с таким отрывом выиграть. Ну, мне кажется, я в целом ровно прошла дистанцию. Так особо не устала. Но мне повезло очень в партии с Валей Гуниной. Ну и, собственно, она оказалась, видимо, просто самое важное, что Валя потом развила такую скорость. Вторую половину турнира она герой. Расчистила мне всю дорогу. Так что, Валя, конечно, очень сильная шахматистка, поэтому это, наверное, было такое ключевое, ключевая победа. И потом уже как-то все так гладко. Ну, сильно не было проблемы по дебютам. Все сложилось. Как в целом игра в Екатерининского дворца вас вдохновляла? Ну, интересное место, да, это, конечно, необычно. Все-таки, раньше я не помню, что так турниры проводились в Отцовском селе. Именно все-таки в таких музеях, да, такого масштаба. Поэтому было очень интересно. Мне повезло в гостинице, у меня был номер с видом на дворец, поэтому мне все понравилось. А скажите, пожалуйста, с кем вы работали, кто оказывал вам помощь и поддержку здесь, на этом соревновании? Ну, на этом турнире и последние два года мне помогает Сман Сюгиров. И мы с ним проделали большую работу. И, в принципе, сегодня это, наверное, результат нашей работы. А в целом мой тренер — это Володинч. Он много за что отвечает. Это все организационные вопросы, и моральная поддержка, и так далее. Это он. А много ли на вас насыпалось поздравлений всего сразу, как только определилось, что вы выиграли? Много. Какие-то были неожиданные? Ну, я еще все не смотрела. Я думаю, там сейчас, наверное, уже намного больше. Ну, в целом у меня хорошие отношения, мне кажется, в шахматном мире, поэтому я думаю, многие за меня рады. До старта могли представить, что все так выйдет? Ну, победу все-таки нет. Но тройку, да. Тройку все-таки была цель. Ну, я и до этого была близка в суперфиналах, в которых я участвовала. Я начинала хорошо, лидировала, и потом начинались приключения. Поэтому цели были. Но победить это, конечно, очень сложно. До турнира было сложно представить. Сейчас как-то кажется, что и не так вроде сложно. И какие у вас планы дальнейшие? Дальше я еду в Сочи. Там быстрый блиц, тоже чемпионаты России, командные. И личных тоже играете? Это личные, да. Баира, спасибо большое. Еще раз я поздравляю вас. Удачи. Спасибо.